На крыльях вдохновения. Юбилейный концерт известного музыканта и руководителя ансамбля скрипачей «Вдохновение» состоялся 8 мая. Наталья Киселева – заслуженный работник культуры Российской Федерации, наставник, которая воспитала плеяду талантливых исполнителей. Ей исполнилось 65 лет, из них почти 50 она посвятила сцене. На юбилейном концерте побывала и наша съемочная группа. Концертные наряды ждут своего звездного часа. Наталья Геннадьевна не спеша поправляет прическу и макияж. Она практически не волнуется, уверена в себе и в своих подопечных. Готовились, мы готовимся всю жизнь, но вообще к этому концерту целый год. Потому что это отчетный концерт, хотя программа, как бы знаете, это из хитов. Из произведений, которые играли люди, сидящие в зале, которые на слуху и которые, ну, как бы бренд вдохновения, наверное, будет много произведений. Зал постепенно наполняется, а зрители в предвкушении, ведь ансамбль вдохновения – это всегда безупречное исполнение. Наталье Киселевой 65 лет. Годы музыкант не скрывает, ведь они – подтверждение богатого опыта и настоящего мастерства. Почти полвека она на сцене, всегда безупречная, лучезарная, открытая. Такая же Наталья Геннадьевна и за кулисами со своими скрипачами. Наталья Киселева – преподаватель школы искусств номер 2, автор уникальной программы «Четыре ступени к мастерству». Это обучение игре на инструменте для крох с 3 лет. Успехи есть. Маэстро раскрывает талант у разных детей. А после из них вырастают настоящие звезды, которые прославляют Ангарск далеко за его пределами. Она, конечно, превосходная, замечательная, самый лучший педагог, какой только может быть для детей, причем разных возрастов. Она внимательная, она требовательная, но дети ее обожают. Наталья Геннадьевна музыкальная, добрая, красивая. Любовь, бесконечная любовь к детям. Видимо, поэтому и удается сплотить разновозрастный коллектив, что 18 лет, что 4 года. Любовь. Все возрасты покорны. Ну, с старшими она чуть-чуть построже. Ну, к нам она чуть-чуть помягче. Но мне нравится Наталья Геннадьевна, потому что она самый добрый человек на свете. Как и любой творческий человек, юбиляр всегда в поиске. Реализует новые проекты, участвует в городских мероприятиях. Наталья Геннадьевна всю свою жизнь посвятила любимому делу. За эти годы она выпустила десятки талантливых учеников, которые сегодня продолжают музыкальное обучение или вовсе сами преподают. Она бывает разной, но не приемлет одного – лень. Говорит, что увлечение скрипкой – это безумный труд. А без него невозможно достичь такого выдающегося успеха. Андрей Иванов, Мария Константинова, Роман Буйнов. Местное время.